Добрый день, меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quiz. Мы находимся в нашем любимом месте. Это вот такая вот прогулочная дорожка, маршрут, где мы каждый вечер по 2-3 часа гуляем перед сном. Это у нас правило. Практически мы это делаем каждый день. Может, иногда меняем места, потому что по одному и тому же маршруту каждый день гулять скучно. Здесь у нас протекает вот река Миссури. Я еще ни разу не делал ночную съемку Омахи. Вот, я хочу сейчас восполнить пробел, потому что ночью Омаха выглядит немножко по-другому. Очень много подсветки. Вот на другой стороне реки, это уже другой штат у нас, Айва, достаточно просто мост перейти вот на другой стороне, и мы уже в соседнем штате. Там вот сделали в этом году, 25 мая открыли новую площадку, там будут проводиться фестивали. Чуть-чуть подальше видно, как заходит на посадку самолета, там находится аэродром. Ну а вот это наш знаменитый пешеходный мост, по которому мы гуляем. Я еще буквально уделю 5 минут, наверху сниму, покажу, это очень интересно сверху. Вот он такой висячий, очень интересный мост. Он сам не прямой линии, а он как бы такой буквой S изогнутый, хотя издалека кажется, что он прямой. Чуть-чуть дальше располагается институт Гэллопа, институт социальных исследований, очень серьезное учреждение. Когда мы приехали в Америку, нас очень удивило, что везде вот так все чисто, вот эти вот парки, никто ничего не ломает, не гадит. Там вот сзади есть несколько кабинок даже с туалетами, которые тоже не разломаны и функционируют. Ну вот эта дорожка натягивается вокруг Гэллопа, потом делает круг и возвращается назад. А вот эти большие два корпуса, вот один, вот второй, это недавно построенные такие вот квартиры. Вообще в Америке квартиры не шибко популярное явление, оно характерно только исключительно для крупных городов. Но вот в Омахе, наверное, считается, что это вот это вот, и вот этот комплекс самый престижный во всем городе, с видом на реку. Вот. А вот там сзади, может быть, видно огоньки, там аэродром. Он, смотрю, даже на посадку идет. Оставайтесь с нами на канале и следите за развитием событий.